Здорово! Это обзор от mob.org и я Трэш. В новом месяце намечается несколько релизов крутых игр. А так как пока старый месяц и ни хрена нового нет, я предлагаю тебе пососать пару засохших пряников этого месяца. Итак, сегодня у нас в выпуске: испытание ракеты, карточный батлер и приключения мутантов. Поехали! Флоп Рокет — это путешествие ракеты по 5-километровой пещере, наполненной каменными червями в целях предотвращения пространственно-временных аномалий. Из-за недостатка финансирования космическая программа была перенесена в пещеру, в которой весьма кстати есть золотые монеты для апгрейда ракеты. Да что ты, черт побери, такое несешь? Короче, от тебя не требуется понимания. Просто тапай в нужный момент и старайся не врезаться в стены при сборе монет и летать так далеко, как только сможешь. Если ты любишь карточные игры, то тут недавно вышла такая с незамысловатым названием «Титаны». В ней ты не поверишь, ты будешь сражаться титанами против зла. В игре добротная музыка, написанная самим Мэгги Маклином. Не парься, сам не знаешь, что за хер. Тебя ждет сюжетная кампания, 100 карт титанов, различные комбинации и мутации героев. И все это оформлено занудным статичным геймплеем, который я даже показывать не хочу. Разве что секунду. Ну в общем, если ты сказочный задрот и обожаешь карточные игры, то я тут не зря распинаюсь. Идем дальше. Мир вокруг вас находится в руинах. Дозорные роботы патрулируют улицы и истребляют города в поисках последних выживших мутантов. Но не все потеряно, бороться за будущее можно и в прошлом. Под твоим управлением будут самые знаменитые герои комиксов. Росомаха, Шторм, Колосс, Циклоп и другие герои вселенной. Каждый из них наделен своими способностями, которые можно прокачивать. Целая 50-летняя история X-менов скрыта по уровням. Найди отсылки к системе BIOS, первым консолям и комиксам. Кстати, сюжет построен на оригинальном комиксе «Люди Икс. Дни минувшего будущего». Так что ты сможешь не только насладиться крутым ретро-платформером, но и сравнить первоисточник с экранизацией. А на этом у меня все. Ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся!